Когда вы только что зарегистрировали свой Empire Network, откуда вам взять вашу реферальную ссылку? Смотрите, мы в аккаунте Дениса, который называется Страдятел. Теперь мы нажимаем на вкладочку «Мой бизнес». Секунду. Нажимаем на вкладку «Мой бизнес». Здесь нажимаем на вкладку «Мои программы». Мы полностью зарегистрировались, оплатили $45. И так вот, мы с вами видим «Your link to promote». Соответственно, вот это, так сказать, наша реферальная ссылочка. Но, почему так сказать, что нужно, необходимо сделать? Всегда, всегда новичкам своим рассказывайте. Берем эту ссылку, копируем, вставляем в отдельное окошко. И нам нужно убрать слово «almost secret». Заменяем его на английское слово «join». Секунду. Слово «вход». Join – вход. Теперь мы проходим по этому слову, по этой ссылке, со словом «join», и мы попадаем на реферальную ссылку, как раз-таки ну, на страничку регистрации к Денису. Обязательно выполняйте эту процедуру и всем новичкам объясняйте. То, что здесь слово «almost secret» нужно заменить на слово «join» – вход. И если вы хотите докупить какой-либо продукт, то вы нажимаете «My Products», например, чтобы перейти на пакет $100, доплатить NerdCycle, да, и просто, соответственно, здесь нажимаете «Оплатить». После того, как пройдет данное время, мы можем с вами оплатить и перейти на пакет 100.